Здравствуйте. Я хочу оставить видеоотзыв по сеансам, проведенным с Давидом. И перед тем, как я расскажу некие результаты, я бы хотела рассказать коротко предысторию. Моему ребенку сейчас 1 год и 5 месяцев. И мы родились очень плохо. У нас была асфиксия 2 по Абгар. Так сложилась ситуация, что все замечательно у нас по физиологическому развитию. И мы этим были очень сильно рады. Когда мы непосредственно пошли к неврологу в год, нам сказали, претензий нет. Когда же мы пришли к врачу в год и 4, он дал машинку в руки ребенку и сразу же сказал, что это аутические симптомы, признаки. И, конечно, ребенок в любом случае мы не видели каких-то отклонений, или ребенок контактен, там поприветствовал, да, подал руку там врачу, но тем не менее стимы, да, вот эти аутические моменты, они у него есть. И когда я уже пришла после врача, я стала читать, да, и стала понимать, что та любовь ребенка к механизмам — это не есть хорошо, та любовь к кручению различных деталей — это не есть хорошо. И, конечно же, мне стало тревожно. Но тревожно мне стало там до определенного момента, пока я в Ютубе не нашла видеоотзыв о работе с Давидом. И вы знаете, мне сразу стало легче, потому что я читала, что аутизм, там, ну, вообще какие-то формы, там, либо просто аутические признаки, да, симптомы, трудно поддаются коррекции и вообще, в принципе, неизлечимы. Я как бы в каком-то неком отчаянии была. Но когда я увидела видеоотзыв, я сразу же решила связаться с Давидом. Я связалась, и мы провели пару сеансов. Скажу так, что за пару сеансов у нас появились следующие результаты. Ребенок стал нормально кушать ложкой. До этого мог 2 раза там взять ложку в рот, в руки, и потом ковырялся. Сейчас, ну, то есть он системно нормально кушает. А следующий момент — это то, что ребенок лучше стал отзываться, ну, то на имя, то там вообще на сын там и так далее. То есть, как бы до этого он мог там что-то делать, там на третий раз отозваться, там, если там ничем не занимается, то есть первого порой. Но здесь он систематично отзывается нормально. И еще мне показалось, что после сеанса с Давидом он стал живее, более заинтересованный во всем. И при этом все могу сказать, что Давид, мы больше сеансов не проводили, потому что Давид пошел в отпуск. И за это время, вообще за целый месяц, мы сделали очень много всего. У нас было множество различных специалистов, делали различные там процедуры, терапии. И ничто, ни одно не сделало шаг вперед по развитию нашего ребенка. За исключением только сеансов с Давидом. Поэтому, Давид, я вам очень сильно благодарна. Я очень счастлива, что вы есть на этом свете, на этой земле. Крепкого вам здоровья. Я надеюсь, что мы будем продолжать общаться, продолжать нашу работу. И, естественно, у нас все будет хорошо. Все, спасибо большое вам.